Сотрудников скорой из Златоуста вызвали в Следственный комитет. Ранее медики просили разобраться с платой президентских надбавок за ковидных больных. За видеообращение на фельдшеров и водителей завели дела о фейковых новостях. Хотим сообщить вам, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса многие фельдшера и водители скорой помощи не получили. На наши жалобы Минздрав Челябинской области получили отрицательные ответы. Поводом для разбирательства стал этот ролик. Напомним, работники возмутились несправедливым отношением к их труду. После этого главврач станции скорой помощи Руслан Хазиев опроверг слова медицинских работников и заявил, что по данному факту будет проводиться тщательная проверка. По его словам, доплаты были произведены в полном объеме по федеральным и региональным программам. А некоторые из присутствующих на видео вообще не являлись работниками учреждения. И вот в отношении медиков возбудили 7 административных дел по статье «Злоупотребление свободой массовой информации». И теперь для дачи объяснений об обстоятельствах записи видеоролика их вызвали в Следственный комитет.